В Амценском краеведческом музее открылась выставка «Стойкий оловянный солдатик». В музее представлена только часть коллекции Валерия Панова. Он в прошлом сотрудник музея диорамы, а ныне реконструктор, мастер по пошиву военно-исторического костюма и один из организаторов патриотического клуба «Новик». Кроме того, он представитель недавно появившегося орловского отделения движения «Клубы исторической реконструкции России». Он начал коллекционировать солдатиков в детстве, теперь это увлечение уже взрослого человека, профессионально погруженного в историю. Более всего ему интересны две темы. Это отечественная история в миниатюре и игрушечные солдатики советского периода. В его коллекции более 3000 экспонатов. Валерий рассказал собравшимся, что в солдатиков играли во все времена. И даже взрослым полководцам они были нужны для планирования и моделирования будущих схваток. А сейчас много увлеченных варгеймом, настольными играми, для которых тоже нужны тематические солдатики. И такую игру Валерий Панов показал тоже, объяснив желающим правила. А потом он провел мастер-класс по росписи игрушечных военных.